Вітаю вас! З вами домашній відеоблог жіночого ток-шоу «3G плюс М». І знову на зв'язку я, з вами Катя Лунгул. Єдиний варіант привести себе до ладу та причепуритися – це записати нове відео для вас, так як ми продовжуємо сидіти вдома на карантині. Чи знали ви, що за статистикою кожна п'ята пара отримує страшний діагноз безпліддя? Уявіть собі, для жінки це поістині жахливе слово. І багато хто з пар впевнений, що безпліддя неможливо вилікувати. Ось що найстрашніше. Ну що ж, з нами вже на зв'язку Тетяна Миколаївна Мітєва. Це керівник перинатального центру обласної лікарні. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, що таке безпліддя? Які найчастіші причини безпліддя? Розвінчуєте міф чи навпаки ширше розкриваєте цю тему, вам слово. Добрий день, Екатерина. Добрый день, наши дорогие слушатели, наши дорогие женщины. Сегодня мне хочется дать информацию по поводу очень актуальной проблемы, вопросов, которые существуют в обществе, в семьях, среди молодых супружеских пар, пар, которые находятся в репродуктивном возрасте. Это проблема бесплодия. Проблема очень актуальна. Проблема имеет два аспекта – медицинский и социальный аспект. И хочется начать с того, что бесплодие в понятии Всемирной организации здравоохранения это понимание отсутствия беременности в браке при репродуктивном возрасте семейной пары в течение 12 месяцев без использования контрацепции. И вот с этих именно позиций мы можем рассматривать как таковой диагноз бесплодия в браке. Мне не очень нравится такой приговор. Мне хотелось бы сказать, что существует вопрос, который нужно решать. Мое мнение, он не может ограничиться 12 месяцев по разным причинам. И я еще уточню, что по возрастным пониманиям бесплодие в браке рассчитано, если пара в течение 12 месяцев регулярно живет половой жизнью при регулярных отношениях. И так как не всегда это возможно, поэтому 12 месяцев – это весьма условный срок. А теперь более четче и хочу дальше продолжить по статистическим данным. Проблема актуальна и во всех постсоветских странах, пространстве процент от всех супружеских пар составляет от 8 до 17% вопросы бесплодия в браке. Что касается еще более четкой статистики, то по причинам бесплодия до 40%, можно сказать 40%, это женский фактор. Причина мужского бесплодия занимает где-то 35-40% в браке. И 20-25% это смешанного характера. Поэтому традиционное понимание, что в семье все вопросы, касаемые бесплодия, почему-то концентрируются на проблемах здоровья женщины, это неправильное, вы уже сами понимаете, судя по статистике. И еще имеет фактор оттягивания решения этой проблемы. И даже я еще уточню такой момент, экономический вопрос. Вопросы мужского бесплодия решаются гораздо быстрее в плане обследования, объема обследования, получения результатов обследования и лечения, которое намного быстрее, экономичнее и результативнее. Что касается вопросов женского бесплодия, то этот вопрос решается гораздо более длительно по времени и более финансово, более серьезно. Поэтому понимание со стороны доктора, акушера-гинеколога и всех смежных специальностей, которые будут заниматься этим вопросом, а это мультидисциплинарный подход,
необходимо супружеской паре обращаться практически одновременно. И тогда результат наступит гораздо быстрее и гораздо, скажем, менее затратнее. Також з нами на зв'язку позитивний психотерапевт, психосоматолог, записала собі це слово, бо не запам'ятала б так просто, Ольга Ковальова-Капелюшна. Пані Ольго, я вас також вітаю. Скажіть, будь ласка, кажуть, що безпліддя може впливати на психологічний стан. Чи так це? Зачатие – это природный процесс, который заложен в каждом из нас с рождения на уровне инстинктов, на уровне природной программы. И что может помешать этой программе? Вот, например, если мы посмотрим у кошечек, собачек, у насекомых, это происходит природным способом без всяких препятствий. А человек – это существо разумное, homo sapiens, и у него есть этот разум, который способен как-то корректировать природные процессы, корректировать проявление наших инстинктов, подавлять наши инстинкты, либо способствовать их проявлению, регулировать наши эмоциональные проявления, регулировать наши социальные связи. И на физическом уровне наша психика реализует это все посредством нервной системы. Нервная система на физиологическом уровне регулирует работу всех внутренних желез, регулирует работу эндокринного фона. И если человек пребывает часто в стрессах, находится в хроническом стрессе, хронический стресс – это события, переживаемые на протяжении 2 недель и более, какие-то эмоциональные напряжения, переутомления. У человека нервная система претерпевает разбалансировку, и начинается разбалансировка гормонального фона. Эти гормональные нарушения влекут за собой подальшую цепочку нарушений. Также от стресса наши мышцы способны входить в повышенный тонус, и на репродуктивном уровне это повышенный тонус матки, это спазмы труб, и даже может дойти до ненаступления овуляции. Что касается мужчин, когда все силы идут на стресс, на эмоциональные дереакции, либо подавление в себе этих эмоций, на какие-то перенапряжения на работе, не остается сил на создание быстроподвижных сперматозоидов, уменьшается количество этих сперматозоидов. Поэтому мой ответ – да, действительно, наша нервная система и наша психика очень тесно связана с процессами репродуктивной деятельности. У нас есть видеозвернення від дівчини, яка наразі бореться з цією проблемою безпліддя. Будь ласка, обов'язково зараз подивіться її відеозвернення. Можливо, комусь ця проблема буде ближчою. І саме Олена каже про те, що треба не здаватися, а тільки дивитися у майбутнє з посмішкою. Дивимося її відеозвернення. Привіт, друзі! Я хочу з вами сьогодні поділитися своєю історією. Ведь на сьогоднішній день моя історія не одна, і она актуальна в наше время. Ведь многие девчонки, которые планируют беременность, не у всех она наступает так быстро, как им хотелось бы. И наступает тот момент, что опускаются руки. Девочки, я вам хочу сказать самое главное и самое первое. Никогда их не опускайте. Ведь с диагнозом бесплодия я уже 10 лет. И как бы
мы планировали эту беременность и планируем, и по сегодняшний день я прохожу курсы лечения, но мой муж всегда со мной рядом, он всегда мне помогает, он сдает также анализы, как и я, поддерживает меня в этом. Самый первый мой опыт, это был в 2010 году, когда впервые я обратилась к врачу с вопросом, что вот мы планируем беременность, почему-то она не наступает, хотя мы уже пробовали до этого. Вот. Она мне сказала, что нужно пропить гормоны, и все наступит, беременность, все будет хорошо. На тот момент у меня был вес 70 килограмм. Пропив эти гормоны, придя к врачу, с весом 70, я пришла к ней 120, где-то 130, то не буду уже говорить вам точно, но где-то в таком весе. То есть я поправилась от этих гормонов. Она мне сказала, что ой, а с таким весом вы не забеременеете, вам нужно похудеть. Соответственно, я пошла домой худеть, как говорится. Но к этому врачу я больше не вернулась, так как оказывается, что девочка, которая не рожала ей еще, вот эти гормоны пить нельзя было. Это даже не гормоны, это были противозачаточные таблетки. То есть я не помню, к сожалению, их название, я вам не могу сказать. Соответственно, руки опустились, все, я уже ничего не делала. Но время идет, годы идут, видя мамочку с ребенком, слезки накатываются, ведь очень хочется деток, и супругу моему очень хочется, ведь мы уже не первый год и живем вместе, очень хочется деток, и мы к этому готовы. И в один прекрасный момент мы поехали в Полтаву. Мы обратились к очень известному хорошему врачу, который помог с таким диагнозом многим девчонкам, многим парам, даже так сказала бы вам. Первое, что он мне сделал, продувку труб. Оказывается, это очень важно, и это нужно делать. Трубы оказались проходимые, то есть все очень хорошо, не в этом дело. Но все анализы у меня были хорошие, то есть все тестостерон и все, что я сдавала, все хорошо. Почему нет беременности? Никто мне не мог дать ответа. Он говорит, давай померим базальную температуру. И в день овуляции, то есть за один день, в день и после, дня 3-4, нужно будет делать тесты на овуляцию. И вот когда я начала делать эти тесты и мерить базальную температуру, я поняла, что у меня нет овуляции. Муж дает спермограмму, спермограмма хорошая. Мы приняли решение стимулировать овуляцию. Простимулировали мы ее препаратом кластилбегидом. Не рекомендую вам самим, только с врачом, потому что этот препарат в своей жизни можно принимать только 3 раза. И там должна быть схема определена, как правильно их принимать. Не более 3 раз, повторюсь. Так что, девочки, самим не нужно, только с врачом. И у меня задержка. Ну, первые нотки такие где-то, что вот уже, да, Бог нам дал, да, этого ребеночка долгожданного. Я приезжаю к врачу, она мне говорит, да, поздравляю, вы беременны. Это радость, это такие эмоции, они непередаваемые, но со мной ничего не происходило. Все эти, как девочки там рассказывали, тошнота, да, или там наливание груди, или еще что-то хочется есть. Нет, у меня ничего этого не было. Еду, делаем УЗИ. К сожалению, мне УЗИст говорит, что беременности нет. Ну, я спрашиваю своего врача, почему же так? Как? Здесь вы беременны, а уже не беременны. Ну, почему? Как она мне объяснила, это, да, созрела яйцеклетка, она вышла, но она не оплодотворилась. И это была ложная беременность. Уже у нас в городе я уже не знала, к кому обращаться, ведь мы очень-очень многим врачам мы обращались, и у меня эрозия была. Делаем криозамораживание, и все будет хорошо. Сделали, не помогло. Обнаружили уже полип. Сказали, что этот полип нужно убрать, и все будет хорошо. Убрали мы этот полип. Ничего. У нас открылась новая клиника Вилентис, и я попала как-то к Гришко, к Анне. К ней уже, я честно вам скажу, шла без малейшего доверия, потому что доверия к врачам у меня уже не было, никто мне не помог. Ну, же, думаю, вот это будет мой последний врач. Вот если уже она мне не поможет, ну, я уже думала, что больше никому не пойду.
Но благодаря ей мы нашли эту причину, да, почему так. Она подтвердила, что это овуляции нет, и на этом фоне не могу забеременеть. Но вот, а почему вес держится? Никто же с врачей мне не мог сказать, почему вес. Она говорит, нужно проверить щитовидку. Эндокринолог отправила меня сделать анализ, да, УЗИ щитовидки. УЗИ щитовидки было хорошее, но гормоны... Вот гормоны, когда я сдала, вот вы сдаете гормоны, я вам покажу просто свои, да, и есть гормон, вот у меня он превышен, антитела, ТПО, если их норма 0,35, то у меня они 770, что означает, что этот гормон превышен в 700 раз, а вот на фоне этого гормона и есть вес, который не уходит и не наступает беременность. Ну и самое главное, я забыла еще вам сказать, девчоночки, я сдавала антимюллеровский гормон, который отвечает, если у вас клеточки, которые могут забеременеть. Вот этот гормон. Вот. У меня есть запас этих клеток, что очень тоже первое, что нужно сдать. Не опускайте ручки, идите вперед, находите своих врачей, которые вам помогут, чтобы вам было не стыдно идти к нему и приятно. Хочется отметить, что причины, как правило, наиболее актуальные, наиболее весомые, это как у мужчин, так и у женщин, я бы отметила вопросы, связанные с инфекцией. То есть инфекции, передающиеся половым путем, а также воспалительные процессы, которые имеют место у женщин и мужчин, связанные с воспалением половых органов, это основная причина и более самая распространенная причина. Каким образом она выявляется и как она проявляется, хочется остановиться на этом вопросе. Значит, что касается женщин, то детальный сбор анамнеза, мы говорим, то есть детальное выяснение у женщины всех этапов ее здоровья, начиная с подросткового, понимание, чем болела, как проходило лечение, как проходила реабилитация, каковы были осложнения, каковы были все проблемы по гинекологии, связанные с абортами, выкидышами, осложнения после предыдущих родов и других вмешательств, дает нам основание понимать, насколько процесс глубокий, насколько он серьезный и насколько он на каком-то этапе не совсем адекватно был решен. Медицинский термин этой проблемы – это воспалительные процессы и трудноперитониальный фактор. Вот так вы можете слышать и читать в медицинской литературе, в медицинских справочниках. К сожалению, все эти процессы воспалительного характера, которые вызываются либо банальной флорой, либо специфической инфекцией, они приводят к глубоким изменениям в органах и тканях женских половых органов, мужских половых органов и могут привести к непроходимости маточных труб, к серьезным изменениям в структуре яичника и нарушениям функции яичника, к спаечному процессу в малом тазу, к эндометриозу, который сам по себе является следствием воспалительного процесса и еще более усугубляет дальнейшие, скажем, репродуктивные возможности женщины. Также воспалительный процесс матки нарушает процесс движения сперматозоида через матку, маточные трубы, а также может нарушить процесс нидации уже оплодотворенной яйцеклетки в полости матки. То и можно дальше продолжить, то есть воспалительный процесс – это очень серьезный процесс, нарушающий вопросы репродукции. Естественно, еще раз я возвращаюсь к тому, что необходимо все очень подробно рассказать доктору и составить план ведения и лечения на предмет обследования по поводу инфекционных
специфической инфекции и банальной инфекции. По поводу диагностики проходимости маточных труб, по поводу функции яичников. У мужчин воспалительные процессы как специфического характера, то есть инфекция, передающаяся половым путем, это хламидийного характера, микоплазменная. Они, возможно, сами по себе могут привести к снижению сперматогенеза и активности спермы, подвижности спермы и всех других показателей по сперматогенезу. А также возможны хронические воспалительные процессы, хронический простатит. И также со снижением, дальнейшим снижением функции активности сперми. Чи гормональна функція відіграє одну з найголовніших ролей? Гормонального характера у женщины это связано с самыми различными моментами и становления репродуктивной функции женщины, становления ее менструальной функции. Еще в подростковом возрасте, дальше с развитием по возрасту функции яичников и гормональной функции. И могут быть связаны с нарушением как высокого уровня гормонов, так и гормонов надпочечников, гормонов щитовидной железы и непосредственно гормонов яичников. Если мы говорим о функции яичников, то такие заболевания общеизвестные и уже на слуху. Поликистоз яичников, кисты яичников, возникающие кисты яичники без поликистоза. Это синдром истощенных яичников, это синдром резистентных яичников. Все эти моменты связаны с неправильной гормональной функцией. И чтобы было понятнее и яснее, невозможно с яичника продуцировать фолликул, из которого затем возможно дозревание его до определенного уровня, выход яйцеклетки и с дальнейшим возможностью ее оплодотворения. У мужчин параллельно с ведущим фактором воспалительного инфекционного характера на втором месте причиной более, скажем, тоже серьезной, это является варикоцелия. Которая влияет на сперматогенез. Варикоцелия – это нарушенный отток по вене, отток крови по вене из яичек. И все последующие связанные с этим проблемами. Следующими причинами могут быть серьезные заболевания наследственного характера. Экстрагенитальные заболевания, такие как, к примеру, сахарный диабет. Я уже упомянула заболевания щитовидной железы. Системные иммунные процессы – это также те проблемы, которые могут как у мужчин, так и у женщин влиять на гормональную функцию и на возможность выполнить свою репродуктивную функцию. Добре, а якщо жінка може мати дитину, але в неї у підсвідомості є так званий психосоматичний бар'єр? Моменти, які лежать именно в подсознании, и у нас нет ни малейшей гипотез, почему мы можем бояться, почему мы можем блокировать беременность. Первое – это наш собственный перинатальный опыт, то, как мы, когда были маленькими детками, зародышами в утробе матери, и в этот момент мы в нашем теле уже загружена информация про ее перинатальные переживания, как возможно она сомневалась, возможно были какие-то угрозы срыва беременности, может быть были какие-то болезни, в общем что-то было такое тревожное и были какие-то тяжелые переживания. И ребенок считал, плод считал эту информацию. Потом в процессе родов тоже могли быть какие-то моменты, либо стимуляции, либо выдавливание локтями, вытягивание щипцами. И это такая история, которая ложится просто в память клеток человека. И заперта психическими защитными механизмами,
от нас. Но если в случае проживания подобного своего опыта, это может быть распечатано, и это несет для нас угрозу определенную. Поэтому наше тело, наша психика защищает нас от подобного перепроживания и создает такие внутренние контрацептивы, преграды на пути к зачатию. Другой момент – это проблемы из семейной системы. Вопросы, которые были, какие-то ситуации, травмы, которые проживались из поколения в поколение, возможно, после рождения ребенка от женщин уходили, например, в роду, и это из поколения в поколение повторялось. Может быть, были какие-то ситуации, в которых из-за национальной принадлежности была угроза расстрелять детей, и это было мощное переживание. Может, даже дети были расстреляны. Также это разрывы отношений, уходы, предательства, когда дети появлялись. Этот весь багаж, это на уровне верований, на уровне родовых историй передается ребенку. И уже ребенок, когда вырастает, он бессознательно ограждает себя от подобных случаев. На уровне подсознания происходит еще много разных моментов, их всех не озвучить. Я очертила некоторые из них. Каждый случай очень индивидуален, и в практической работе, в психотерапевтическом процессе мы этот опыт поднимаем, бережно распаковываем, перепроживаем, отживаем, осмысляем, осознаем, перепрописываем новые сценарии, и с новыми сценариями запускается новая жизнь. И третья группа причин ненаступления беременности, точнее паузы в зачатии, это духовные причины. В первую очередь это то, что почему мы приходим в этот мир, почему к нам приходят дети. Дети приходят к своим родителям для того, чтобы преподнести им определенные уроки. И дети воплощаются в определенных родовых системах для того, чтобы прожить, постичь определенный опыт. Возможно, это какая-то такая душа, которой необходимо очень много тепла, внимания, душевности и осознания ценности этого ребенка в вашей жизни. И для того, чтобы это все вызрело в вашей душе, для того, чтобы вы были способны дать это этому ребенку, вы проходите сейчас эти испытания, и этот ребенок становится для вас очень долгожданным. Потому что именно в этих условиях может ваша душа настолько раскрыться по отношению к этому ребенку. И другим моментом является то, что у нас в обществе принято воспринимать болезни, недуги, какие-то телесные проявления, когда тело нас не слушается, как что-то негативное, как какую-то угрозу, мы на это злимся, мы думаем, что это с нами какая-то плохая ситуация случилась. Когда мы говорим о психосоматике, для нас раскрывается большой потенциал наших недугов, заболеваний, и наше тело таким образом преподносит нам дар к осмыслению, к росту, к пониманию себя и к возможности полюбить себя и раскрыть себе источник безусловной любви. Переосмыслить, что для меня, какое послание несет эта болезнь, какие возможности для меня раскрывает этот недуг. Возможно, по каким канонам я создал, как творец, в себе такое проявление. И для чего я его создал. И почему я не проявил себя как творец во внешнем мире, а
создал что-то не то в самом себе, что мешает и портит мое качество жизни. Когда очень часто в работе с психосоматикой, когда осознаются тонкие причины, почему были созданы эти болезни, они просто проходят сами собой. Исчезает эта причина, исчезает эмоциональный блок, мы высвобождаем, изменяем верование, ментальную установку, которая была неправильной, которая привела к такому внутреннему нарушению. И так как уходит причина, наше тело начинает перестраиваться под новый образ мыслей. Поэтому во всем, что с вами происходит, безусловно, есть смысл. Во всем, что с вами происходит, есть любовь. И если вы сейчас этого не видите, возможно, вы просто не совсем внимательно отнеслись к тому, что с вами происходит. Друзі, зараз з нами на зв'язку Вікторія Тарапун, щаслива мама трьох діток. Одразу хочу наголосити, що її ситуація була непроста, але за допомогою свого силу духу вона отримала результат, який хотіла, і саме вона показує, що медицина здатна вилікувати безпліддя. Добрий день, Катя. Вікуся, я тебе вітаю. Дякую, що готова поділитися своєю історією. Розкажи, будь ласка, коли з чоловіком почали планувати вагітність? Своє 37, я мама трьох прекрасних діток. Но путь к моєму щасливому материнству совсем був непростим і дуже сложним. Более 10 лет я вымаливала эту возможность забеременеть и родить. Так как более 10 лет беременность не наступала, поэтому основной диагноз, который поставили нам врачи, это бесплодие. А чему у вас не выходило? Где-то примерно с 19 лет я столкнулась с такой проблемой, как нарушение менструального цикла. Это привело к сбою в гормональном фоне, и впоследствии чего был поставлен диагноз поликистоз яичников. Лечение, которое назначали мне врачи, это гормональная терапия, но с помощью гормонов, конечно же, я могла отрегулировать цикл, но беременность моя не наступала. Мне постоянно приходилось сдавать анализы. Я постоянно посещала гинеколога. Врачей мне пришлось сменить, скажем так, ни одного, пока я не нашла своего врача, который мог бы помочь мне в той или иной причине, с которой я сталкивалась на протяжении этих 10-12 лет. Добре, що ти робила і що радили тобі лікарі? Длительное время я наблюдалась у Татьяны Николаевны Митевой. Она мне, в принципе, диагностировала тот момент, что из-за поликистоза яичников у меня не наступает овуляция. Не наступает овуляция, нет беременности. Поэтому основное лечение – это гормональная терапия, это постоянная диагностика, сдача анализов. Мне пришлось пережить две операции. Это была лапароскопия яичников. Но после всего этого беременность, к сожалению, не наступила. Это очень сложно эмоционально было пережить это, принять, так как основной и самой главной мечтой для меня это быть мамой. Это забеременеть и родить ребенка. И еще вы в целом решили работы? После долгих лет лечения, которые не дали нужного результата, с мужем мы приняли решение попробовать сделать искусственное оплодотворение.
В моей жизни было две попытки ЭКО. Первая – это клиника, в которую мы обратились, в городе Ивано-Франковск, Прикарпатский центр репродукции человека. Там я прошла два протокола, но в результате беременность таки не наступила. Скажу вам так, это не просто пережить, это очень сложно. Мне, наверное, более года пришлось больше восстанавливаться эмоционально. Ну и, в принципе, после такой сильной гормональной стимуляции, еще и после двух протоколов, однозначно моему организму нужно было отдохнуть. Я всячески пыталась себя отвлечь, уйти в работу. Это, наверное, было основное мое спасение, завести собаку, чтобы просто как-то не думать о том, почему все же мне приходится проходить все эти сложные этапы лечения. Про финансовую сторону я вообще уже молчу, потому что подсчета уже не было, в принципе, сколько денег было потрачено на это лечение. Ну и на тот момент, так как и я, и мой муж, мы зарабатывали, поэтому мы обоюдно хотели очень ребенка. В принципе, деньги, ну, не считались. Просто была цель, была мечта, к которой мы шли. Второе свое ЭКО я планировала самостоятельно. Я не прислушивалась к рекомендациям друзей, то ли врачей, по поводу выбора клиники, так как это было в первый раз. Я выбрала самостоятельно. Где-то на подсознании я чувствовала, что именно там и именно тот врач сможет помочь мне. Это была клиника в городе Киев, клиника «Надея», где проводилось мое второе ЭКО. И к огромному моему счастью, врач, которому я, не знаю, буду благодарна до конца своих дней, смогла помочь нам. Беременность таки наступила. Я стала мамой двоих прекрасных деток, двойняшек, Матвея и Мирослава. Им уже 4,5 года. Счастью не было предела. Сначала от того, что я просто забеременела, когда на УЗИ мне сказали, что у вас двойня, я вообще была безумно счастлива, потому что что еще может быть прекраснее, когда тебе уже за 30 долгих 10 лет ты просто не могла забеременеть, и ты знаешь, что у тебя внутри бьется два сердечка. Прекраснее ничего не может быть. На следующем УЗИ, когда я узнала, что у меня будет мальчик и девочка, то это счастье. Дякую, Вікусь, за відвертості. Скажу вам, що після ЕКО через декілька років вона завагітніла і народила дитинку. І я безмежно радію за неї. Ну, це тільки показує, що не треба зупинятися, а треба тільки дивитися з посмішкою у майбутнє. Чому не відбувається зачаття, якщо це стосується соціальної ролі? Тобто, зараз поясню, що я маю на увазі, якщо ви не зрозумієте мене. Це і неправильний спосіб життя, як жінки, так і чоловіка. Також це може бути екологія, яка впливає на наше здоров'я. Я так розумію, що це також головні фактори. Причини, які займають сьогодні, одно із очень актуальних міст – це вопросы внешнего воздействия на организм как женщин, так и мужчины, следующего характера. Экологические проблемы,
То есть работа, связанная с СВЧ-излучением у мужчин, также работа в определенных и проживание в определенных климатических условиях, то есть то ли условиях повышенного переохлаждения, то ли повышенной температуры. Также существуют привычки употребления определенных веществ, которые негативно влияют как у мужчин, так и у женщин на репродуктивную функцию. Это использование, это употребление алкоголя, наркотиков, употребление пищевых продуктов, которые могут существенно влиять на гормональный фон как мужчин, так и женщин. Эта проблема дискутируется, но связь очевидна. Также стресс является очень негативным фактором, влияющим на репродуктивную функцию, не только на репродуктивную, но и на процесс вынашивания беременности. Это абсолютно доказанная уже теория, и хочется обратиться к супружеским парам, выполнять свою репродуктивную функцию, относиться к этому и готовиться к этому только с любовью и с бережным и трогательным, романтичным отношением друг к другу. То есть стресс не может быть задачей и целью в семье единственной в один момент с любовью получить результат беременность. Любовь – это прежде всего. Романтика – это сопровождающий фактор. И вот если жить с этим, то стресс где-то будет далеко, а любовь, она спасет мир. Это не просто фраза. Она поможет супружеской паре получить великолепный результат. Какой основной конфликт лежит в основе ненаступления долгожданной беременности? Можно сказать, что внутри каждого из нас есть разные части нас. Кто-то называет это субличностями, кто-то называет эго-состояниями. И эти части нас, они порой имеют разные интересы. Итак, можно рассмотреть конфликт между двумя конфликтующими частями. Одна часть нас хочет создать эту беременность, хочет родить ребенка, а вторая по какой-то причине не хочет. Но так получается, что энергия на человека течет одна, и вот эти две части, они подходят к одной кормушке и питаются из одного источника энергии, из одного источника питания. Как разобраться в этом конфликте? Ни в коем случае нельзя нападать на ту часть и пытаться ее истребить в вас, ту часть, которая не хочет. И чем больше вы будете пытаться подавить ее, чем больше вы будете с ней сражаться, тем больше она будет укрепляться, потому что она будет получать питание. Ее нужно понять, потому что ничего плохого в нашем организме нет, даже если нам с уровня сознания так кажется. Ничего бесполезного в нас не создается. И эта часть, она нам очень многое может о нас рассказать. Первое, она может рассказать нам то, от чего она таким образом, создавая эти блоки в теле, нас защищает. Чего эта часть боится и чего эта часть на самом деле для нас хочет. Потому что если она настолько сильна, и наш организм ее напитал, значит, она несет для нас что-то важное. И это всегда и всегда какая-то базовая потребность, которую защищает и отстаивает. Это наш скрытый инстинкт самосохранения. И в психотерапии, в психотерапевтическом процессе мы порой организовываем диалоги такие между той частью, которая хочет создать ребенка, и той частью, которая протестует и защищает на уровне психики и тела.
создания ребенка. Очень часто вот эта часть, которая блокирует каким-то образом, которая не хочет, чтобы беременность состояла, очень часто это эго-состояние нашего ребенка, который живет в нас, который был в какие-то возрастные периоды травмирован, который недополучил в какой-то потребности, он запомнил какой-то дефицит, и потом словно очки одеваются на нас, и нам постоянно кажется, что у нас есть какая-то незакрытая, неудовлетворенная потребность, и если мы ее закроем, то что-то будет. И если мы ее закроем, то у нас будет, мы придем к точке безусловного счастья. Поэтому вот эта вот часть детская, нам обязательно нужно ее понять, и стать добрым родителем для самого себя. И понять, как эту часть так напитать, удовлетворить, чтобы она подросла и стала зрелым взрослым. Таким образом, выращивая в себе такие внутренние опоры, у нас появляется потенциал справляться с любыми жизненными ситуациями, и мы становимся достаточно эмоционально взрослыми для того, чтобы любить своих детей, для того, чтобы быть способными быть дающими, заботиться, ухаживать и служить происхождению новой жизни. Який ідеальний вік для народжування дитини? Однозначно вопрос возраста мы учитываем и настаиваем на том, чтобы свою репродуктивную функцию женщина не откладывала надолго и всерьез, а хотелось бы, чтобы это состоялось в возрасте до 35 лет. Вот чем раньше, не впритык к 35 годам, а все-таки до 35 лет. Вопрос минимального возраста – это вопрос семьи, традиций, культуры и так далее. Слишком молодой возраст тоже еще не зрелый ко многим вопросам, вопросам вынашивания беременности, вопросам всего соответствия в период беременности, поведения, условий быта во время беременности и так далее. Вопрос, крайний вопрос возраста 35-летнего, это тоже вопрос, который может быть уже связан с ограничением возможности яичника выполнить свою репродуктивную функцию. Поэтому возраст до 35 лет является золотым возрастом. И обращаюсь ко всем женщинам, которые меня услышат, и передадут другим, что необходимо на вес золота беречь себя и в этом возрасте исполнить все-таки репродуктивную функцию. И успех здесь намного лучше, больше и значимее. А готова наша медицина допомагати жінкам та парам завагітніти? На каком она сейчас уровне, на вашу думку? Конечно же, возможности медицины сейчас огромные, и Украины в частности, и возможности в Кировограде, Кировоградской области не исключение. Я хочу отметить возможности перинатального центра, подготовки своих докторов, профессиональной подготовки докторов. И мы с гордостью говорим, что профессиональная подготовка докторов находится на очень высоком уровне, как теоретическая, так и практическая. Мы в состоянии добиться при регулярном посещении женщины, дисциплинированном выполнении всех рекомендаций и достаточном объеме обследования в кратчайшие сроки, в течение 2-3 месяцев, выставить диагноз супружеской паре. Это важно, необходимо достаточное количество времени. Это время 2-3 месяца. И как только мы устанавливаем диагноз, мы можем тут же приступить к лечению. Чтобы выставить диагноз, необходима лабораторная диагностика, рентгенологическая диагностика и все-таки мы говорим функциональная диагностика. Все возможности для этого есть в перинатальном центре, в областной больнице. Далее, после, следует приступить к лечению. И вот здесь лечение зависит от правильно выставленного диагноза. Как только все расставлены точки над «и», есть необходимость
либо проведение противовоспалительного лечения, лечение по восстановлению функции гормональной, менструальной, по лечению мужского фактора бесплодия, а иногда приходится прибегать к методам хирургического лечения. Методы хирургического лечения делятся на инвазивные и неинвазивные. То есть это открытая хирургия или же это хирургия, которая может быть с использованием самых современных технологий, это эндоскопической хирургии. В перинатальном центре в Кировограде, а также и в других центрах и клиниках Украины им есть возможность на сегодня использовать самые современные эндоскопические методы диагностики и лечения бесплодия. И уже во время операции мы иногда расширяем понимание причин бесплодия. Это дает нам возможность. Устраняем эти причины бесплодия и намечаем дальнейший план для реабилитации и восстановления уже, скажем так, имеющихся проблем. Невозможных для решения вопросов для сегодняшней медицины нет по вопросам бесплодия в супружеской паре. Для каждой пары индивидуально мы ищем план ведения, обследования, лечения, реабилитации и получения беременности. Мы составляем этот план, мы выполняем этот план, мы добиваемся результата. И каждая пара сегодня в Украине может надеяться, верить и получить от современной медицины украинской результат по лечению бесплодия. Як хірургічне втручання, ендоскопія може допомогти дівчині вирішити проблему з безпліддям? Если исчерпаны все возможности консервативного лечения, нельзя откладывать с хирургическим лечением. Его вопрос о хирургическом лечении нужно поставить очень своевременно, не затягивая. Единственный момент – возможности использования эндоскопической, современной, самых современных подходов. Если исчерпаны хирургические возможности и проходит время, его нельзя оттягивать, его нельзя просто путем ожидания потерять это золотое время. Поэтому, как только получены рекомендации, самые минимальные и максимальные по времени, необходимо перейти к последнему вопросу. Это использование современных дополнительных всех методов решения вопроса по бесплодию. Як наш перинатальний центр готов допомагати парам лікувати безпліддя? Есть лаборатория, очень мощная и очень современная, которая даст возможность определиться в уровне гормонов, в отклонениях от нормы. И есть рентген-лаборатория, которая даст возможность определиться в проходимости маточных труб. Есть суперсовременная аппаратура по эндоскопической диагностике и лечению. То есть все готово для того, чтобы оказать помощь супружеской паре. Наша психика многослойна, многоуровневая, и условно можно разделить наше сознание на то, что мы осознаем, это где-то 5-10% информации, наших желаний, наших эмоций, всего материала ментально-эмоционального. Есть подсознательная глыба, которая составляет приблизительно 60 и более процентов. И есть еще наше бессознательное. Бессознательное – это наша творческая духовная активность, которую мы вообще, в принципе, не осознаем, но которая в нас заложена, и есть какой-то духовный план, который мы выполняем, наши уроки, которые мы проходим в этой жизни. Но вернемся к тому, какие есть причины на этих уровнях. На уровне осознаваемых моментов это могут быть страхи, которые блокируют детородную функцию, страх женщины не реализоваться в карьере, желание ее создать какой-то грандиозный проект,
самовыразиться, получить социальное признание и так далее. И в таком случае ребенок становится преградой к получению этого удовольствия и самореализации. Это страх того, что не хватит каких-то ресурсов, финансовых, например, для того, чтобы вырастить этого ребенка. Страх потери красоты, потому что для женщины красота – это ее сила, ее способ влияния, ее сексуальность, да? Для мужчины, собственно, тоже, но для женщины это имеет большее значение. И женщина, если она боится, что она может поправиться, особенно если мама поправилась после родов и есть уже такой опыт, да, она думает, что в ее теле тоже заложена такая программа, этот страх может блокировать наступление беременности. Это неуверенность в собственном партнере. И неуверенность в нем не обязательно как в партнере спутники жизни, а как в партнере по родительству. Это совершенно разные социальные роли. Человек может быть шикарным любовником, отличным ухажером, заботливым партнером, мужем, да? Но подсознательно женщина знает, что какие именно его потребности она удовлетворяет. И в плане родительских навыков, родительских желаний, функций, проявлений в нем чего-то не хватает. То есть то ли он не сможет обеспечивать семью, то ли есть вероятность, что он уйдет из семьи, потому что ему будет не хватать внимания, тепла и заботы со стороны женщины, либо у него большие сексуальные желания и так далее. Эта женщина уже знает о своем мужчине и подозревает, да, чем это может грозить появление этого третьего человека в любовном треугольнике их. И это страх того, что семейная система станет дисфункциональной с появлением ребенка. Поэтому тут нужно осознавать, понимать и разбираться. Что еще может быть? Это все те установки, которые передались от родителей, бабушек, дедушек и так далее, с воспитанием и, в принципе, отношение к детям, что такое дети, что будет с нами, ну, конкретно с человеком, если он родит ребенка. И есть такая история, имеет место быть, что дети, будучи подростками, чуть-чуть старше, да, 14-15 лет, уже часто начинают вступать в половые отношения, и родители очень боятся этого момента, боятся ранней беременности, и они запугивают девочку: не вздумай мне в подоле принести, мы тебя выгоним из дома, никто тебе не поможет, мы от тебя откажемся, тебя будут социально осуждать, ты не сможешь построить свою жизнь, все пойдет по наклонной и так далее. И таким образом формируется негативная установка, страх родить ребенка рано. Но так получается, что в период с этих 14-15 лет и до приблизительно 24-25 лет, когда в принципе у нас женщины уже более-менее созревают к тому, чтобы вступить в брак и рожать детей, эта установка, она действует, и женщина постоянно держит на контроле этот вопрос. И он всплывает во время интимных отношений. И потом очень сложно изменить эту программу, которая за эти долгие годы прописывается на всех уровнях психики и телесном уровне, и эти зажимы, которые проживаются в интимных отношениях, это становится серьезной преградой. Поэтому нужно эти все сценарии, эти установки доставать, переосмыслять и устанавливать новые программы у себя, делать апгрейд своего компьютера.
К осознаваемым моментам еще относятся страхи, перенятые в услышанных историях от подружек, от мамы, бабушки, разных других женщин, которые, когда рассказывают о своих родах, рассказывают, насколько это сложно, насколько это тяжело. И это такой момент, когда женщина может повесить себе ордена и медали на грудь, как она выжила в этом процессе, и как было сложно, но она выстояла, и у нее есть такой нагрудный знак, такая медаль, что она справилась с какими-то тяжелыми переживаниями и ситуациями в родах. Но молодые девушки, которые слушают эти истории, они не перенимают эти нагрудные знаки, а они перенимают вот эти страхи, эти все ужасные истории, которые порой даже бывают преувеличены, порой просто действительно страшно их слушать. И таким образом этот страх может блокировать тело женщины к репродуктивной функции. Мы в психосоматике называем такой диагноз из медицины, как бесплодие. Мы даем позитивную такую установку, что это всего лишь пауза в зачатии, а следовательно, есть надежда и возможность эту паузу снять и запустить новый сценарий, поставить на плей. С этим диагнозом ко мне обратились 3 женщины. Я вообще не позиционирую себя как перинатального психолога и психотерапевта. Я работаю с эмоциональными блоками, с тяжелыми эмоциональными переживаниями, такими как обиды, страхи, ненависть, стыд, вина. Работаю, понятное дело, что с разными семейными вопросами. И ко мне таким образом обратились 3 женщины. Обратились они ко мне не с психосоматическим запросом, но, как оказалось, в работе у них была пауза в зачатии. У одной 3 года, у второй 6 лет и у третьей 5 лет. Мы работали в русле радикального прощения. Мы прорабатывали детские травмы, мы работали с их семейными, текущими, актуальными ситуациями, проблемными ситуациями с мужьями. И когда эти вопросы мы разрулили, когда у женщин появилось новое мировоззрение, новое самоощущение, у них снялась эта пауза в зачатии, и они просто природным способом родили детей. Вот такой опыт. И я, конечно, радуюсь и счастлива, что мне удалось прикоснуться к этим историям. В заключение хочется пожелать всем здоровья, благополучия, любви и обратиться с просьбой. Дорогие наши женщины, дорогие наши супружеские пары, мужчины, доверяйте врачам, обращайтесь к нам, не сидите дома со своей проблемой. Разделите с нами этот вопрос, и все вместе мы найдем решение и получим то заветное желание, которое вас так волнует, которое вас осчастливит, да и в целом все общество. А мы, доктора, всегда рады вам помочь. Друзі, якщо в парі протягом року не наступає бажана вагітність, я вас прошу, не треба займатися самолікуванням, а зверніться до свого, я підкреслюю, до свого лікаря, який знає, як правильно вас вилікувати. Я сподіваюся, що наша програма вам допомогла, ви знайшли відповіді на свої запитання, і ті жінки, які чекають кожного дня побачити на тесті 2 смужки, обов'язково це зроблять, головне не здаватися. А з вами був домашній відеоблог жіночого ток-шоу 3G+M і я, Катя Лунгул. На все добре, па-па!